Здорово, чуваки! Надеюсь, все протрезвели. У меня тут пару новинок для вас есть, так что сегодня вы увидите голодную акулу, космического Марио, похищенную Мокрицу и пиксельный раннер. Поехали! Hungry Shark World — это продолжение той самой знаменитой игры про приключения ненасытной акулы, которая просто жить не может без того, чтобы кого-то да не сожрать. В прямом смысле, не поедая кого-то, акула просто умрет с голоду, причем произойдет это моментально. Используя свайпы и ускорение, тебе предстоит пускать кровь людишкам и морским обитателям. Интересно, акулы знают, что они палятся своими плавниками? В игре целых 6 классов акул с разной внешностью и особенностями, которые можно улучшать за бонусы. И еще 3 локации с большим открытым, ну не миром, скажем так, океаном. Зарабатывай бонусы, открывай новые уровни и награды, только теперь в новой и еще более привлекательной обертке. 2040 год. Технологии достигли невообразимых высот. Но в моде все так же остались гусарские усы. А я уже говорил, чтобы ты ставил лайк усам. Ах, да. В игре Суперусы нашему герою придется сражаться не только с обитателями Урана, но и стать на их защиту после того, как искусственный интеллект, созданный человечеством, решит активировать программу по зачистке планеты. Пройди 15 уровней невероятной сложности, прыгай по стенам, летай на космическом корабле, сразись с 15 видами врагов и боссами. Суперусы — это супердинамичная 8-битная аркада, достойная занять место рядом с водопроводчиком в наших сердцах. Kill the Pill — это яркий коктейль, состоящий из элементов лучших аркад прошлого, вроде Бомбермена, Пакмена и Марио. В волшебном мире, где обитают мокрицы и правит прекрасная принцесса по имени Пилюля, наступил хаос. Злой муравей по имени Хэнк отравил чудесный мир токсичными запахами и похитил правительницу. Только отважный и влюбленный Фил решается дать бой слизнякам и освободить принцессу. В игре великолепное управление и яркая графика, а 96 разнообразных уровней, бонусы, оружие, загадки, уникальные противники и мультипликационный сюжет просто не дадут заскучать. Ancesta — это еще одно пиксельное чудо, которое просто обязано стать классикой. Пиксельный раннер, который заставляет работать ваш мозг и испытывает вашу реакцию на ходу. Тебе предстоит на бегу решать головоломки, устранять преграды и сражаться с боссами. А побеждая врагов, ты будешь зарабатывать чипы для костюмизации героя и его сферы, которая разрушает преграды на пути. Каждый раз уровни будут сгенерированы иначе, чем в предыдущем прохождении, а препятствия будут становиться все сложнее. В игре 8 потрясающих пиксель-артов на фоне, меняющихся по мере прохождения, а атмосфера, динамика и яркие эффекты не дадут оторваться от экрана. А на сегодня это все. Качай игры с нашего сайта бесплатно, не забывай поставить лайк и подписаться. И не пропускай предыдущие видео. Это был обзор от mob.org, и я Трэш. До скорого!